понятное дело, Армения защищается, Азербайджан пытается Армению обвинить. Поскольку отношения еще не урегулированы, значит, вот Азербайджан ищет, где бы Армению уязвить, как-то ослабить. Ну, если в Баку считают, что если между Арменией и Россией ослабнут связи, тогда Армения будет уже беззащитна, и тогда можно будет на нее еще сильнее давить и получать уступки от Еревана. Поэтому вот он и раздувает такой конфликт между Россией и Арменией, что Армения проводит антироссийскую по существу линию тем, что общается с Западом. Ну, честно говоря, я какого-то такого особого ущерба российским интересам в поведении Армении пока не вижу. Не знаю, чего там азербайджанцы нашли. Вот, а Пашинян что там, что-то сделал такое негативное в отношении России? Я что-то не слышал о таком.